Ветэранаў усё менш, гады бяруць сваё. Хто яшчэ з намі, якія сучаснікі, памятаюць, што загінуў кожны трэці наш суайчыннік. Вайна закранула ўсе сем'і без выключэння. Свята перамогі – гэта і урачыстасць, і смутак, які прыйшоў у сем'і. Сведкаў той вайны ўсё менш. У той час яны былі юнымі і поўнымі сілаў. Многія з тых, хто дажыў да сённяшняга дня, і зараз поўныя аптымізму і стракаюць перамогу. І не толькі ў гэтыя дні дастойныя павагі, пашаны і ўвагі. Ветэраны, перамога – гэта ваша заслуга, якая выпакутавана на фронте ў тылу. Сацыяльная адказнасць недзяржаўнага сектара эканомікі – гэта не толькі падаткі дзяржаве, але і прамы ўдзел, дапамога нашым людзям, таму што мы ўсе перад пераможцамі ў неаплатным даўгу. Накануне праздника минчанка Надежда Клименкова традиционно ждет гостей. Труженица тыла в мае 43-го 14-летней девочке пошла работать на завод оптического стекла в Московской области. Военное предприятие выпускало бронестекла для самолетов, смотровые призмы для танков. Работала наравне со взрослыми и сейчас сохраняет бодрость духа. Это ж большое дело. Что ж, знаете, мы ж уходим. Вот я одна осталась. Все ж уходим. А потом забудется все это дело. Это ж забывать никогда нельзя. Война – это ж не какая-нибудь гульня там где-то, а это ж война. Столько людей гибнет, земелька это все гибнет, и скотинка гибнет, и люди гибнут. Все живое. Это же страшно. Вот мы ж отдохнули, смотрите, сколько уже вот войны нет. Это ж уже поколение какое, молодое все пошло. Надо стараться, чтобы дальше этого, чтобы не было этой войны. После войны Надежда Клименкова переехала в Минск и посвятила жизнь белорусской железной дороге. 39 лет отработала на Минской дистанции пути. Рабочим дежурным по переезду, проводником дефектоскопного вагона. Награждена медалью за доблестный самоотверженный труд в Великой Отечественной войне. Железнодорожники регулярно навещают Надежду Максимовну с цветами и подарками. Обязательно в октябре на день рождения и накануне Дня Победы. В этом году вместе с коллегами в гости пришли представители компании «Дана Астра». Новый телевизор, цветы, внимание. Надежда Максимовна молодец. Дай бог ей здоровье. Держится. И такая же жизнерадостная, как в юности. Долгих лет вам. Здоровья. Телевизор – нужный подарок ветерану. Современные системы позволяют видеть мир, новости. Их уже немного, и это тоже связь с миром. Будет новый телевизор и в Белорусском общественном объединении ветеранов, и чтобы посмотреть парад в этом году. Людям, кого лично затронула война, уже за 90 участвовать в массовых мероприятиях могут лишь единицы. Ветераны всегда, как говорит, радуются тому, что их видят, что их замечают, и в знак благодарности они свое, как говорит, отработают еще больше. На сегодняшний день, конечно, ветераны войны уходят из жизни. Весьма печально. Для ветеранов и членов их семей застройщик приготовил еще один подарок – существенные скидки на квартиры. О них расскажут в офисе продаж. Пусть так, что для самих ветеранов, у которых вопрос с жильем решен, это не совсем актуально, но детям, внукам и правнукам это может быть важно и нужно теперь. На сегодняшний день ветераны имеют свое жилье. Не имеют жилья внуки, а может быть и правнуки. Таких действительно ветераны есть, но жить 6 человек, будем говорить, в двухкомнатной квартире немножко, но неудобно. Компания «Дана Астра» – застройщик. Работает в Беларуси много лет. Тысячи семей с ее помощью обзавелись собственным жильем. Компания понимает социальную ответственность перед соотечественниками, поэтому индивидуальный подход к каждому клиенту – ключевая задача. Если нужно помочь, то всегда делает шаг навстречу. Мы помним подвиг нашего народа. Наша компания хочет поздравить всех ветеранов с этим великим Днем Победы. Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны за сегодняшний день в Беларуси. Слова благодарности героям Победы безусловно важны, но еще важнее конкретные дела, которые могли бы сделать жизнь ветеранов чуть приятнее, комфортнее, интереснее. Новая квартира, которую можно передать детям и внукам, пожалуй, самое весомое наследие. Конечно, после главного завета – любить Родину искренне, по-настоящему. И об этом мы точно не забудем.